Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Алексей, мы продолжаем играть в Euro Truck Simulator 2. Находимся мы в городе Мазыр. Вот, герой наш отдохнул. Ну и будем искать груз. Будем дальше путешествовать, дальше зарабатывать. Водитель наш Эльза, кажется. Я уже, честно говоря, не помню. Вот, приносит нам уже доход. Давайте посмотрим. А, нет, Элла. Элла, которую мы посадили с вами на крас. Вот с такой вот строгой прической. Смотрите, уже, ну, грубо говоря, 2500 нам дохода принесла. Так, это не может не радовать. Ну и поменялась у нас немножко погодка. Вот первый снег выпал. Периодически идет снег с дождем, что сейчас мы можем лицезреть и наблюдать. Вот, поедем, друзья, по первому снегу. Так, ну и, конечно же, я хотел посмотреть грузы. Какие у нас грузы из этого славного города есть. Так, ну, внешние заказы здесь, конечно же, навряд ли работают. Да, это нужно на дефолт идти. Так, ну а здесь у нас есть, смотрите-ка. Ух ты, Кронбик М. Куда же его нам надо везти? Так, Мстислав. Как раз у нас Мстислав город не открыт. В принципе, не так долго ехать, 306 километров. Давайте возьмем. Почему нет? Так, сколько у нас? Час 54. Так, успеем мы забрать этот заказ? Да теоретически должны успеть. Так, заводимся. Так, погнали. Так, давайте посмотрим. Так, не туда я хотел зайти вообще-то. А, вот он здесь недалеко. Ну, хорошо. Хорошо. Погнали. Атмосферненькая такая погодка. Как раз, что называется, самый цвет. У нас до этого тоже была пурга, была метель, выпал снег. И вот сегодня ночью ударил уже мороз. Вот, ночью было 25. Ну, а здесь, наверное, климат немножечко помягче, поэтому пока только снег с дождем. Так, погнали. Так, ох, не люблю я вот эти вот арки. Из них так неудобно выезжать. Так, тихо. Я-то помню, что КамАЗик резвый у нас, без груза. Так, выключи. Так, да, дождался нас Крон. Беремся за работу. Так, ну и едем. Вот он, красавец. Зацепили, теперь никто его уже у нас не отберет. Давайте посмотрим еще с разных ракурсов. Он еле в прицеп помещается. Ну и прицеп, конечно же, негабаритный, да? Такой большегрузный, трехосный, да? Хорошо, погнали. Погнали строить наш маршрут. Так, в Гомеле у нас все уже открыто. Так, ага, до Мстислава мы немножечко не доедем. На какую-то ферму мы с вами завезем это все дело. Ну, потом можно будет мотнуться просто
холостую, как говорят дальнобойщики, головастиком, да? И открыть вот этот вот вопросик. Будь то кадровое агентство, будь то автосалон, все для нас сейчас будет полезно. Так, поехали. Да, снег, конечно, обзорность малеха закрывает, зато атмосферненько. Зато атмосферненько, похоже на правду. Так. Ой, извини, мужик. Откуда ты нарисовался? Тебя ж там не было. Так, газончик. Он сейчас пока раскочегарится. Я знаю, там надо два раза сцепление выжимать, да, собственно, как и на КамАЗе, наверное. Или на газоне не надо два раза. Я уже что-то не помню. Сам не ездил, рассказывали, но на КамАЗе, кажется, вроде бы как два раза надо выжимать. При переключении скоростей. Так, выезжаем потихонечку из города. В городе никого почему-то нету. Несмотря на то, что время уже, смотрите, 11 часов, грубо говоря, но видно, как это обычно бывает. Кто-то испугался по первому снегу, все-таки гололед. Вот, а я вот тут на желтый пролетаю. Ну, с другой стороны, я бы этого не сделал, если бы зеленый сделали функцию, чтобы зеленый моргал. Моргал перед тем, как загорится желтый. Как и в реальной жизни. А так, бог его знает, сколько ему осталось гореть еще. Вот поэтому вижу зеленый, еду. Так, ну прицеп не габаритный, я смотрю. Приходится, придется, точнее, с запасом все-таки брать. Так, давайте, наверное, здесь заскринимся. Как-то вот отсюда, наверное. Так, все, погнали. Радует то, что вот этот зимний мод не просаживает FPS, несмотря на то, что помененные текстуры и вроде как вместо капель дождя на лобовом стекле у нас снежок, но пу-пу-пу, не сглазить бы все это дело. Так, не успели разогнаться, уже останавливаться надо, да? Ну, береженого Бог бережет. Потому как кредит у нас еще. Нам лишние штрафы сейчас совсем будут не кстати. Вот, ну и многие все-таки боятся выезжать вот по первому снегу. У нас же, как обычно, резину меняют, когда петух клюнет, как говорится. Конечно, какая-то часть людей меняют заранее, но все-таки я так думаю, что если не подавляющее большинство, то половина людей меняют резины, становятся на липучку или на шипы уже после выпадения первого снега, после гололеда. Вот, и в этот период чаще всего случается больше всего аварий. Особенно молодые неопытные водители. Кто-то вообще еще, допустим, не ездил по зиме. Кто-то отвык от прошлой зимы по сезону. Вот. Да и среди опытных водителей тоже
выезжают, едут сначала аккуратно, чтобы привыкнуть, чтобы прочувствовать, как машина идет по обледенелому дорожному покрытию. Вот, ну и стараются не разгоняться, в общем-то. У молодежи есть, конечно, такой червячок, охота погорцевать, подрифтовать, вот, но не всегда это заканчивается благополучно. Есть, конечно, и среди молодежи уже почти профи, я не спорю. Я говорю в общих чертах. Вот, я знал даже такого человека, который зимой вообще не выезжал. А что, говорит, я зимой, говорит, на автобусах двигаюсь. Я никак не могу, говорит, привыкнуть вот к этому гололеду. Мне кажется, что меня сейчас занесет. Мне кажется, что меня закинет. Я в кого-нибудь врежусь. Я говорю, ну надо ж как-то страхи свои перебарывать. Выезжать сначала на трассы, где небольшое движение, к примеру. Вот, потом уже вылазить потихонечку на загруженные проспекты. Тем более, чаще всего чистят дороги, посыпают реагентами. Вот, но нет, говорит. И сколько вот лет я его знаю, он так зимой и не выезжает. Плюс, говорит, экономия, не надо, говорит, резину зимнюю покупать, там, шипы или всесезонку, или липучку. У него летняя стоит, он в своем доме живет. Вот, на зиму машину в гараж загнал, и до весны. Так, единственное, что здесь, опа, тормозим, мало ли, вот здесь и 80, но сейчас вот будет 60. Не реализована в этом моде зимняя физика, но оно может быть, кстати, и к лучшему. Хотя для любителей хардкора, конечно, это печально. Вот, может быть, и есть такой мод, где реализованы и заносы фур, и скольжение, но если его поставить, то дюже затянется серия, во-первых. Это придется ехать с небольшой скоростью, в принципе, не разгоняться тогда. Ну, а так было сказано, что все-таки здесь грузовик как ехал, так и едет. Единственное, вот поменялись пейзажи. У нас вот такая вот почти зимняя погодка. Так, давайте перестроимся. Так, 60, да? Хорошо. Так. Это я сейчас нарушил, на перекрестке перестроился. Ну, никто вроде не видел, аварийную ситуацию не создал. Так. Успеем, успеем, наверное. Так, ну вот что ж ты делаешь, родной, а? Лучше посигналить поздно, чем никогда, да? Из этой серии.
Хотя вот кое-где немножечко просадки есть в FPS. Но, по крайней мере, не критичные. Так, эх, вот здесь бы светофор не помешал, да? Так, вот смотрите, уже неправильно знаки стоят. Вот если стоит знак «Стоп», то совсем не обязательно ставить знак «Уступите дорогу». Этот знак «Стоп», он уже подразумевает, что нужно уступить дорогу, это во-первых. Единственное, что нужно перед стоп-линией остановиться. Вот. И вот этот знак «Уступите дорогу» здесь абсолютно лишний. Это я вам как краевед говорю. Так, что там у нас? Потихонечку будем вылазить. Давай, езжай. Что ж ты вот... Вот что у них за привычка, а? Давай, ехай. Езжай. Ехай. Все, погнали. Видишь же, что я остановился. Проезжай. Нет, встал как баран. Крепче, говорит, за шоферку держись, баран, да? Так, что, может быть, заправиться? Я думаю, лишний не будет. Дизельная колоночка. Да, было бы прикольно еще, конечно, если бы пистолет в баке был, а бак с другой стороны вообще. Все, полный бак. Ух ты, смотри-ка, какой лихач. Как я его еще не подмял. Вот время вроде 1:30, да, а темно как. Ну, это понятно. Вот теперь стоит здесь и... Сейчас мы будем борзеть помаленьку. О, видите, он остановился какой-то. Почти. Так, вот фура навряд ли остановится. А? Останавливаешься, нет? Ай, спасибо тебе, мил человек. Так, аварийкой. Все, погнали. Побаловался немножко камерой этой. Не знаю, люблю я такие вот виды со стороны наблюдать, как фура идет. Дворников скорость маленькая. Я вот не знаю, мне кажется, должно быть
110. Должна быть еще одна скорость все-таки. Более быстрая. Или это только на легковых? На грузовых не подразумевается, что можно лететь с такой скоростью, да? Не, мне все равно кажется, что должна быть. Притормаживают, а нам уходить направо. Хотел на обгон пойти, но не буду. 70. Да что ж такое, а? Ты чё, родной? Или ты ждал, пока встречный проедет, потому как здесь нужно радиус брать, да? Ну да, тогда ты прав. Но я все равно по сигналу успокоился, так что не обижайся, друган. Какие-то 100 километров еще проехать. И будет все осисяй. Комбайн, наверное, после уборочной, да, в бокс везу я на зиму ставить. Вон, смотрите, какой чистенький, помытый весь. Наверное, уборочная закончилась, его подготовили. Так, не разгоняться. Подготовили к зимней спячке, скажем так. Весь смазали, помыли. Шины аж... Я говорю, шины аж блестят. Какой-нибудь хлев, сарай его, наверное, на ферме на той загонят, и будет ждать он следующий сезон. Так, что тут такое? 40, а переезд, да? Что, сейчас закрываться будут? Нет? Да. Идет электричка. Под веточку. Ну давайте уже открывайте его, палы. Как будто услышали, да? Пока скорость небольшая, по сторонам поратозейничать.
Так, 80. Ну, хорошо. Оп, 60, да? Блин, фиг его знает здесь. За мостом. Стоит, не стоит. Или в такую погоду, наверное, поразбежались все. Поповка. Хотя... Хотя нет, он, смотрите, впереди там что. Мужик просто в колодец полез. Что-то колодцу втирает, что ли? Валла, говорит, не идут прогресс дела. Так, все. Снова 80. Снова набираем обороты. Лучше из кабины смотреть. Как-то мне вот эти повороты не нравятся. Не зацепили мы его, нет? Вроде нет. Потому как груз выступает за габариты. А интересно, вот я не посмотрел, сзади на прицепе есть соответствующий знак или нет. Да, вон внизу под фонарями аж два целых. Опаньки, друзья, пролетели поворот, пролетели поворот. Блин, а как же здесь сзади, наверное, кто-то едет, да? Ну конечно, как вы все вовремя всегда, а? Так, нужно искать место для разворота. Здесь я, наверное, фиг развернусь. Блин, еще... Давай, обгоняй, родной. Обгоняй. Все обгоняйте. Так, стоп, а может задом я могу? Нет, стоит. Стоит. Ну давай, обгоняй уже. Беса. Ладно, придется лезть наверх. Блин, как я пролетел этот поворот? Опять на камеру засмотрелся, да? Попробовать, может быть, все-таки развернуться здесь. Хотя сомневаюсь, что это у меня удастся. Это может так они обгонят. Так, ну тогда я буду разворачиваться, ребята. Не хотите обгонять? Так, фуру пропустим вот только. Да фиг я здесь развернусь. Однозначно. Нужно куда-то ехать. Где будет такая возможность? Эх. А дорога здесь вся такая, да, с ограждениями. Ну-ка, может, хоть где-нибудь будет без ограждений. Угу. Блин, оставалось-то чуток буквально, а. Блин, если бы не задние вот эти вот... Трафик этот. Я бы просто назад сдал и все. О, ограждения кончились, да? Кончаются. Или это только с одной стороны? Нет, с двух. Так,
Ну, здесь бугры какие-то. Но все равно надо как-то найти место. Блин, ну зачем вот эти бугры здесь, а? Ну-ка, вот здесь. Нет? Получится, не получится. Не застряну я тут. Вроде как получилось. Но без приключений, друзья, не бывает. Мне кажется, и в реале некоторые частенько пролетают, да, повороты. Главное сейчас, сейчас опять не пролететь его. А то снова придется разворачиваться там. Ох, комбайн напутешествуется сегодня. Включаю заранее поворот. Для самого себя больше, наверное, чем для других. Ой, какая дорожка широкая здесь. Лесозаготовительная. Ага. Снежок, да, идет, и сверчки поют. Нормально. Самое оно. Ух ты, смотрите. Это заяц же. Ну-ка, скриншот. Еще в серой шубке, да, он? Вот отсюда его. Так. Вот это прикольно сделано. Ну-ка, посигналить. Еще один хочу, еще один. Такое редко встретишь. Хорош. Беги, зайчик, с миром. Под колеса только не прыгай. Так, здесь не разгоняться. Что-то там впереди мне не нравится. Фура на боку лежит. Тихо-тихо-тихо. Как-то здесь надо проезжать аккуратненько. Так, только не говорите мне, что я застрял. Зацепил, что ли? Ой, птички поют. Красота какая. Да ладно.
Давай в раскачку. Блин, он переключается. Надо на серпенталку переходить. Так, 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 так. Где? А, нет. Не картинку. Я хочу настраивать. Вот так вот. Туда и не сюда, что ли? Давай, 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 давай. Давай, прорывайся, ёлы-палы. Греби, греби, родной. Я в тебя верю. Да знаю я, что очень важен вы. Ну, вам, конечно, плевать, что тут у нас происходит. Вроде вылазим потихонечку. Не, мне интересно, откуда здесь птички взялись? Так, все, можно переключаться опять на автомат. Что у нас, сколько времени осталось-то? Час 39. Ну успеваю я, что ж вы так. Ох ты! Что ж вы так температурите-то? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратненько. Оп. Да ладно. Русские повредили? Нет. КамАЗу ущерб 2%, но это не столь страшно. В принципе, ох, в какую, блин, дыру залезли, блин. Недаром здесь зайцы водятся, да? Че, опять на секвенталку, что ли, включаться? Ох, ёлы-палы. Блин, я забыл, какими клавишами переключать на секвентальную. Или с упрощенки вообще не переключишь, наверное, только просто с автоматической. Давайте секвентальную поставим. Давай, 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 родной, греби. Греби давай. Вот как его колбасит, а, прицеп. Чуток еще осталось. Не кислый рейс. Так, все, назад.
Я знаю, что можно клавишей вроде переключаться, но я настраивал ее, а забыл, какую кнопку. Сейчас разбираться некогда, сейчас нам надо быстрее заказ доставить. Груз. Так, наконец-то нормальная дорога. Так, это там кто-то едет или стоит? Кажется, стоит. Вот тоже на дороге, блин, поставил свой трактор. А там стоят специально, чтобы нам помешать заехать. Я, кажется, помню эту фирму. Ну да, специально вот встал напротив въезда. Сюда не поместимся, блин. Или поместимся. Если только вот так взять. Да какие нафиг птички, вы чё гоните, а? Птички поют у них. Все, добрались кое-как, ёлы-палы. Зимние птички, понимаешь. Если вы торопитесь. Да теперь уже не торопимся. Теперь уже мы не торопимся. Да. Так, перебор. Криво, лишь бы живо. Все, сдаем грузец. Так, ну, тем не менее, отлично. Это радует. О, наконец-то уровень у нас прокачается. Так, что мы будем брать? АДР-ку последнюю взять? Почему нет? Давайте уже АДР-ки до конца прокачаем. Все, получайте ваш крон. Денежку дали мне. Так, о, кстати, здесь можно где-то и поспать, да, рядом вон. Как раз вот где тот чувак с молоком, да, стоит. Или вот здесь. Что-то я не пойму. Ну-ка, давайте пробуем здесь. Нет? Нет? Ладно. А, вон, наверное, где трактор тот. Где-то здесь можно схрапнуть. Да, вот он. Чтоб заглушить двигатель. Странно, а почему не внутри, не во дворе? Или там частная собственность скажет, а ну-ка на отсюда. Давайте вот здесь встанем где-нибудь. Вот так. Все. Что ж, друзья, буду я на этом заканчивать серию. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И увидимся уже в следующей части. Всем всего, друзья.